Полгода назад присмотрела себе сушилку, которая подходит по дизайну под кухню. Сушилка для овощей и фруктов. И тут мне присылает магазин приглашение на тайную распродажу. И я так думаю, интересно, будет ли там сушилка? И посмотрите, вот она. Стоила она 80 евро, а сейчас она 63,99. Тайная распродажа, там совсем немножко товаров, да, вы когда заходите, смотрите, что вам надо. Я вот зашла, посмотрела, а мне как раз нужна была эта сушилка для фруктов и овощей. Ну, в общем, думала недолго, потому что я ее хотела, и тем более такая сейчас скидка большая для меня, поэтому вот я заказала, уже оформила заказ. И уже написано, что через 15 минут можете ее забирать. В общем, заказ уже мой готов. Он на месте. Всем привет, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Заказала себе сушилку для фруктов и овощей. Давно ее хотела, а тут мне магазин, где заказываю, прислал особое предложение. В общем, могу купить дешевле на 16 евро, на 17 почти евро дешевле могу купить. В общем, заказала через интернет и сейчас еду получать. Онлайн так покупать нельзя, да? Поэтому заказываешь онлайн и потом, видишь, забираешь. Короче, вот сейчас еду забирать сушилку. Снег почти у нас уже растаял. Так немножко грязненько, мрачненько. На улице плюс 5. Ну, в общем, скоро весна, ребята. Так что ждем весны. Так, ну все, приехала я в магазин. Сейчас пойду заберу посылочку, свой заказ, вернее. Вот видите, там в магазине все перегорожено лентой. Очно ничего купить нельзя. В общем, заказывается товар. Через сайт заказывается. И там сразу, если вы забираете в магазине, то, конечно, бесплатно будет, да? И сразу там приходит, через 15 минут уже как бы можно уже забирать этот товар. Заходите в магазин, там стоит человек, выдает номерок такой пластиковый, да? С этим номерком вы идете к кассе, и там уже ваш товар, идете и забираете, платите деньги за него. На номерке посмотрела, он все дезинфицирует, короче, потому что, ну, каждому дают же в руки, я каждый номерок смотрю, он как бы дезинфицирует, да, и почему сейчас все по номеркам, потому что сейчас на человека должно быть 25 квадратных метров. Потом, кстати, хотели уже с понедельника открыть маленькие магазины, ну, передумали открывать маленькие магазины, сказали, что еще рано, и еще, по-моему, продлили на какое-то время, короче, пока еще ничего не открывают. О, папу увидели, папа идет. Мы заодно папу с работы еще встречаем. Папа идет, увидела все, орет, короче. Девочка моя маленькая. Посылку я уже забрала, короче, все, она уже здесь. Девочка. Будем с вами готовить пастилу всякую разную, сушить фрукты будем. Поздоровайся, Зая. С работы пришел папа. Да. Поздоровайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, да. Ладненько, едем домой. Так, едем на заправку. Заправить машину надо. Она сказала, что она очень кушать хочет, что мы ее не кормим. Сказала, обидится на нас, если мы ее не покормим. И стоит у нас бензин, сколько у нас там сейчас за литр? Евро 26, это 95, нет, да? Да, евро 20, евро 30. Евро 32, 98, да? 98, да. В общем, 98 будем заправлять, евро 32 стоит. Там папа пошел заправлять. Как только кто-то выходит из машины, все, писку. Да? Не хочет папа отпускать? Не хочешь папу отпускать, Марусечка моя? Не хочет моя. И снова здравствуйте, друзья. Отъехала с работы, заехала Максимум. Купила то, что я буду засушивать в своей сушилке. И заодно мы сейчас ее распакуем и посмотрим. Потому что вчера мы приехали домой. Мне надо было сразу ехать на работу. Поэтому даже не доставала ее. Сейчас будем вместе с вами ее доставать. Но заодно покажу, что я купила. И немножко, наверное, пробежимся по ценам, как всегда. Что сегодня я буду сушить? Лайм и лимон. Зеленый и желтый цвет очень красиво смотрится. Лайм по акции я взяла за 2,19 за килограмм. Лимон по акции евро 15 за килограмм.
Также было сушить апельсины. Тоже апельсины были по акции за килограмм 89 центов. Купила бананы, буду делать пастилу, добавлять их в пастилу, но не сегодня. Бананы тоже были по акции 89 центов за килограмм. Также купила два йогурта. Я буду делать еще йогуртовую пастилу, буду добавлять и йогурт. Мне тоже интересно, что получится. Я уже насмотрелась всяких разных видео. Йогурты в районе где-то так 70 примерно центов. Примерно так где-то стоят йогурты, да? Ну вот, это все пойдет туда. В сушку я буду делать. Да, что-то сегодня сделаю, что-то в другой день сделаю. В любом случае, вам буду показывать. Купила два бублика по акции 15 центов. Так они стоят 19 центов. Как всегда, взяла зефир в шоколаде. Евро 69. Лавровый лист 10 грамм 30 центов. Ванильный сахар, но здесь такая вот, знаете, как сахарная пудра с добавлением ванили, да, 85 центов. И здесь у нас, сколько здесь, ну, очень мало здесь что-то грамм, сейчас скажу, 20 граммов, здесь 20 граммов, очень дорого получается, но я люблю, где добавлено, вот прямо ванилька добавлена, да. Дрожжи купила. Эти две упаковочки 46 центов. Одна упаковочка 23. Раньше они продавали по одной упаковке, сейчас они продают по две упаковки. Вот такой купила суповой набор. Добавлять в суп специи, да? Но когда наступит лето, ребята, я же такие вещи покупать не буду. Будут овощи, я теперь засушивать буду сама такие вещи. Пока я еще покупаю, пока лето не началось. Но уже летом наделаю сама вот это вот все я. Желатин купила. Сейчас по акции 100 грамм, евро 0,9, а так он стоит евро 45. Взяла молоко, 91 цент за 1 литр. И также купила шпинат, 200 граммов, евро 38. Намного выгоднее покупать, чем то, что я покупала в коробке. Там было 100 граммов, и тоже примерно такая цена. Может быть, чуть-чуть, может быть, подешевле. Так что вот таких упаковках намного выгоднее покупать по 200 граммов без коробки, а просто в такой упаковочке. Как всегда, взяла в заначку. Кстати, тоже пастилу тоже может добавлять его. Но я не знаю, я, наверное, добавлять его не буду. Вот такие у меня сегодня покупочки. И за все я отдала 19 евро 42 цента. Хочу вам показать. Вот у меня есть сушеный лук, сушеный помидор, сушеный перец, сушеная морковь. За все это я плачу и, как говорится, деньги покупаю. Да? Теперь все эти вещи, я все это буду теперь делать сама. Покупать тоже как бы не такие большие деньги, да, но дело в том, что самой-то это интересно все сделать, правильно? Так что буду делать сама, а я даже вот эти пакетики выкидывать не буду, когда закончится, я сюда буду сыпать то, что я сделала сама. Я помою сейчас апельсины, все лимоны, бананы тоже, когда которые буду использовать, ну это потом, да, тоже буду их мыть, потому что там кто неизвестно какими руками хватался, да. Нарежу на слайсы потом и потом положим в сушилку. Но для начала сейчас мы с вами уже распакуем наконец-таки сушилку. Давайте. Вот, помыла апельсины, лимоны, лайм помыла. Еще я, конечно, буду использовать, у меня есть замороженные еще фрукты, да, я их буду использовать для пастилы, но не сегодня. Какое красивое сочетание. Оранжевый, желтый, зеленый. Какие красивые цвета. Вот такая тарелка. Жалко, что вот так вот не оставишь надолго. Все это портится со временем. Так оставил бы, берешь, когда тебе надо по необходимости. Ну, поэтому будем засушивать. Красота, правда? Очень красиво. Супер просто. Ну что, вот она моя красавица. Сразу хочу сказать, ребята, это не реклама, да. Все, что я покупаю, конечно же, это я покупаю для себя и за свои деньги. Сейчас мы будем с вами ее доставать. Почему я взяла именно эту сушилку? Потому что она подходит под мою кухню. И более подробный обзор будет на канале «Хозяюшка Рута». Ну а сейчас, друзья, давайте мы с вами приступим к самому главному. Сейчас я нарежу лимоны, апельсины, лайм. Все одинаковой толщиной надо нарезать, чтобы одинаково все это сушилось. И поставим нашу сушку. Ну вот, друзья, вот такая красота получилась.
что запустила я сушилку, и запаха от нее никакого нету, запаха пластмассы, как вот бывает, когда новая техника, никакого нет запаха, так что все нормально, пластмасса хорошая. Ну что, все поставила сушиться, эти обрезки выкидывать мне, их жалко. Я сейчас добавлю сюда сахар, так хорошенечко разотру, чтобы вышли все эфирные масла, чтобы сахар себя впитал, да, и залью кипятком. Довольно-таки концентрированный получится напиток, и буду добавлять его в чай или в водичку, просто чтобы попить, потому что, ну, жалко выкидывать столько витамина, правильно? Так, ну, насыплю сахар сюда, ну, такой сладенький буду делать, потому что это будет у меня концентрат. Так, немножечко подавлю и залью кипяточком. Смотрите, какая красота, какие цвета красивые, сочетание цветов. А и запах какой цитрусовый, вообще супер. Вот такой напиток у меня готов. Не выкидывать же все это. Теперь мы с вами встретимся, когда все будет готово. Также в этой сушилке я еще буду готовить пастилу. К сожалению, производитель ничего не пишет по поводу пастилы, но я знаю, что многие готовят сушилку к пастилу, и получается очень вкусно и замечательно. Поэтому еще не одно видео будет у меня с использованием этой сушилки. Пастила будет разная, разные буду овощи сушить, так что видео еще будет много. Первая партия уже готова. Лайм, лимон и апельсины. Сейчас все это я сложу в контейнер. И теперь я хочу сделать бананы, киви поставить. Поставлю их на ночь, потому что время уже позднее. И завтра утром встану и сниму. Ну вот, уже утро. Встала, сняла вторую партию. Как раз приготовились в самый раз. Апельсины тут тоже, также и лимончик тут есть. И, конечно же, бананы. Киви и бананы. Мне очень, ребята, понравились бананы. Они такие вкусненькие, они получились такие, как слегка вяленые. Вот так вот на перекус вместо конфетки просто супер. Бананы вообще, это, мне кажется, наверное, будет на вот из всего, что у меня сейчас есть, это, наверное, мой фаворит. Киви очень такие хорошие, в меру кисленькие, такие тоже очень вкусненькие. Вот так вот погрызть, кто любит кисленькое, или бросить в чаечек. В общем, или в мюсли добавить. Да, кстати, очень хорошо будет добавить в мюсли. В общем, мне очень все понравилось. Да, буду, конечно, я сушить. Много сейчас сушить не буду, потому что, ну, посушу для себя, там, ну и кому-то еще родственникам, как говорится, подарочек. Ну что, друзья, вот такое видео сегодня у меня получилось, посвященное моему новому приобретению, моей сушилке. Так что теперь с вами будем сушить фрукты, ягоды, овощи, делать приправы, сделать пастилу. Все это будет. Будем ждать лета, будем с вами ждать сезона. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы пропустить следующее видео. Я с вами прощаюсь и с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания.